О, спорт и мир поется в песне. Для кого-то спорт действительно целая вселенная и главное дело жизни. Именно таких людей чествовали в четверг. Олимпийский бал в честь Дня физкультурника собрал чемпионов и тренеров различных дисциплин и поколений. Объединяет их одно – они вписали себя в спортивную историю края. Это и тренера, это ветераны спорта, это руководители наших учреждений, которые работают в культуре спорта, это наши самые юные и разворотные спортсмены, которые побеждают, которые отстаивают честь нашего города, нашего региона на мероприятиях личного уровня. И сегодня мы всем говорим спасибо и хотим, чтобы их город Иван, Ивановская область знала в лицо. Всего в Ивановской области порядка 2000 спортсменов, которые успешно представляют регион на соревнованиях различных уровней. И все же знакомство со спортом всегда происходит в детстве. Самая главная миссия – ложится на плечи тренера. На несколько лет он становится для ребенка наставником, проводником через тернии упорной работы в мир спортивных достижений. Ирина Дмитриевна в спорте с 15 лет. Завершив собственную карьеру, нашла призвание в тренерстве. Достижения подопечных оказались важнее и ценнее собственных. Она подготовила 54 мастера спорта. Горжусь тем, что было очень много учениц. Вот в юбилейный год я даже вспомнить всех не смогла. Но многие помнят, даже те, кто прозанимался 2-3 года, помнят. Мне дорого не то, что они помнят вот сами занятия по художественной гимнастике, а атмосфера, которая у нас была. Чему я их учила, и они теперь следуют в жизни этому. Награды людям, связавшим жизнь со спортом, получать не впервой. Но на этот раз не медали, а благодарности от руководства города и области, как знак того, что их заслуги помнят и гордятся ими. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.